Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 273. Нам нужно решить следующую задачу. В четырех больших, давайте сразу писать краткое условие, и трех маленьких коробках цветными карандашами всего 132 карандаша. А в двух больших и трех маленьких 84 карандаша. И нужно выяснить, сколько карандашей в одной маленькой коробке. Давайте внимательно посмотрим на наше краткое условие. Чем отличается первая строчка от второй? Здесь и здесь одинаковое количество маленьких коробок. И в первой строчке у нас 3 маленькие коробки, и во второй строчке 3 маленькие коробки. Значит, чем отличаются эти две строчки? Только количеством больших коробок. В первой строчке, то есть в первом случае, у нас на 2 большие коробки больше. Поэтому, если мы найдем разность между количеством карандашей в первом случае и количеством карандашей во втором случае, то мы найдем количество карандашей в двух больших коробках. Это у нас будет наше первое действие. 132 минус 84 получится 48. То есть 48 карандашей в двух больших коробках. Если мы знаем количество карандашей в двух больших коробках, давайте на вторую строчку условия посмотрим. Вот это количество мы знаем. То если мы из 84 вычтем 48, мы узнаем количество карандашей в трех маленьких коробках. То есть второе действие 84 минус 48. И получаем 36 карандашей трех маленьких коробках. Ну и чтобы узнать количество карандашей в одной маленькой коробке, нужно 36 разделить на 3. Получаем 12 карандашей в одной маленькой коробке. Нашли, что требовалось по условию задач, поэтому можем написать слово-ответ. В одной маленькой коробке 12 карандашей. Выполнили задание 273. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.